Приготовить очень вкусный пирог с капустой не так уж и сложно. Все, что вам понадобится, это немного времени и этот отличный рецепт, а результат проделанной работы превзойдет все ваши ожидания. Уж не знаю у кого как, но в нашей семье пирог из капусты – это целый праздник души и тела, поэтому делаем мы это замечательное блюдо исключительно по особым случаям. А этот отличный рецепт приготовления дрожжевого пирога с капустой достался мне от моей бабушки, которая была большая мастерица по части выпечки. На самом деле в рецепте нет особых секретов, и приготовить его легко и просто, поэтому не бойтесь, вы без труда справитесь с этой задачей, а я вам в этом помогу и расскажу, как сделать дрожжевый пирог с капустой в домашних условиях такой же вкусный, какие были раньше пироги, приготовленные в деревенской печи. Поэтому собирайте друзей и родственников и устройте себе небольшой праздник с вкусной домашней выпечкой. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Итак, в глубокую миску всыпаем муку и добавляем к ней сухие дрожжи. Затем вливаем стакан молока и хорошенько перемешиваем. Ставим миску с опарой в теплое место без сквозняков на 1-1-5 часа. В отдельной посуде растапливаем маргарин и даем ему остыть. В другой миске смешиваем 4 яйца, сахар и соль до однородной массы. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Тем временем наша опара должна была увеличиться в объеме и покрыться пузырьками, если так, то достаем ее и перемешиваем. Всыпаем еще один стакан муки и вливаем остывший маргарин, тщательно все перемешиваем. Теперь нам необходимо замесить тесто, при необходимости можно добавить еще муки, тесто должно быть эластичное и не прилипать к рукам, затем опять отправляем его на 1-2 часа в теплое место без сквозняков. Пока тесто подходит, мы займемся приготовлением начинки, первым делом мелко нашинкуем капусту. Репчатый лук чистим и нарезаем на мелкие кубики. Теперь разогреваем в сковороде растительное масло и обжариваем на нем лук несколько минут. Выкладываем на сковороду нарезанную капусту и жарим еще 3-4 минуты. Затем разбиваем на сковороду яйцо и тщательно перемешиваем все, жарим все вместе, пока яйцо полностью не приготовится. Теперь достаем наше тесто, оно должно было увеличиться в 2 раза, выкладываем на стол, посыпанный мукой, и обминаем его несколько раз, затем разделяем на 2 приблизительно равные части. Одну часть тонко раскатываем при помощи скалки. В середину лепешки выкладываем начинку так, чтобы она не заходила на края, теперь эти самые края нам необходимо завернуть наверх, на начинку. Вторую половину от теста разделяем еще на 8 частей. Делаем из них вот такие несложные жгуты и выкладываем в виде плетения поверх начинки, концы закрепляем на краях, сделать это очень легко, но выглядит довольно эффектно. Помещаем наш пирог в разогретую до 200-220 градусов духовку на полчаса. Через 30 минут вынимаем пирог и смазываем сверху взбитым яйцом. Снова ставим его в духовку и запекаем еще 10-15 минут до золотистой корочки. Теперь наш капустный пирог готов, и мы можем угощаться. Приятного всем аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Нам понадобится: молоко 3-6%, 1 стакан, мюка пшеничная 1 кг, 1 стакан, в опару, остальная мюка для теста, дрожжи хлебопекарные сухие, 10 грамм, яйцо, 5 штук, 4, в тесто, 1, в начинку, сахар, 2 столовые ложки, соль, 0,5 чайных ложки, маргарин, 100 грамм, капуста бейла кочене, 501500 грамм, лук репчатый, 1 штука, количество порций, 8-10. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Я рада гостям.